17 января в 10 утра распахнула свои двери традиционная рождественская благотворительная ярмарка, организатором которой уже много лет является Центр социального обслуживания. Проведению ярмарки всегда предшествует большая подготовительная работа. Среди фурмановцев объявляется сбор вещей, которые уже стали ненужными в одних семьях, но могли бы послужить другим многодетным малообеспеченным. Ежегодно многие жители города принимают активное участие в сборе вещей для проведения ярмарки. Приносят вещи люди и во время работы ярмарки в картинную галерею. По словам организаторов, с каждым годом фурмановцев, посетивших эту ярмарку, становится все больше. Так, в прошлом году их было около 170 человек. В этом году только за первый час работы им пришло около 30 жителей. Возраст самый разный. Немало пенсионеров, которые смогли здесь найти нужную вещь, добротную, которая прослужит новому владельцу еще не один год. Раз в год приходите или первый раз сюда пришли? Нет, узнали? Третий раз уже. И каждый раз чего-то находите? О, конечно, конечно. Вот, замечательно вообще. Это спасибо, мне подсказали, подобрали мне. Насколько хорошо, что вот такие ярмарки существуют? Ой, да вы что? Это почаще бы это такие-то были. Почаще бы. И вообще было вообще замечательно. А помогают пришедшим на ярмарку серебряные волонтеры, которые и сами приносят вещи из своего гардероба. У каждого из нас, наверное, очень много вот таких вещей, которые мы уже не носим, но которые еще могут принести какую-то пользу другим людям. Вот. И поэтому люди несут, вот в течение года несут сюда свои вещи. В основном на ярмарку к нам приходят люди из многодетных семей, люди, у которых небольшой доход семейный. Вот. И приходят люди пожилого возраста, чтобы что-то посмотреть. А мы, вот как серебряные волонтеры, мы помогаем им подобрать что-то, и ту или иную вещь, что-то посоветовать. Ну, некоторые люди стесняются, но мы им говорим, что стесняться не нужно. Вещи все хорошие вещи приносят люди. Все постиранные, отглаженные, в общем, в хорошем состоянии. И что все эти вещи раздаются бесплатно. Рождественская благотворительная ярмарка в картинной галерее будет работать и в среду, 18 января. Время работы с 10 до 15 часов. Светлана Баварская, Виталий Узгринко, с Фурманов ТВ.